بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Хвала Аллаху, уважаемые братья и сестры в исламе. Аллах Свят Он Велик сотворил нас в этом мире. И Он, Свят Он Велик, сделал целью пребывания в этом мире встречу Аллаха, Свят Он Велик, с чистым сердцем. Аллах, Свят Он Велик, говорит в Коране. В судный день никакие деньги, ни дети, ни имущество ничего не принесет вам пользы, кроме возвращения к Аллаху, Свят Он Велик, с чистым и здоровым сердцем. Что означает «кальбун салим»? Что означает «здоровое сердце»? И мы здесь не говорим о состоянии сердца с точки зрения медицины. У меня здоровое сердце. Мы говорим о духовных болезнях сердца. Поэтому Аллах, Свят Он Велик, говорит нам, что мы вернемся к Нему в судный день. И наши сердца должны быть чистыми. Если сердце больное и если сердце не является здоровым, пусть Аллах защитит нас всех, то в таком случае придется очищать свое сердце в микроволновке. Вот почему Аллах, Свят Он Велик, когда описывает адский огонь, что Он говорит? الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Аллах описал адский огонь и сказал, что он обжигающий. В судный день он будет искать и заглядывать в сердца. Адский огонь не посмотрит на твою книгу деяний, на твои грехи, плохие и хорошие дела. Он посмотрит в сердца. Если твое сердце чистое, то тогда ты, иншаллах, войдешь в рай, в безопасности. Если твое сердце больное, то адский огонь схватит вас для того, чтобы очистить. Поэтому нужно посмотреть на наши сердца и выяснить, здоровы они или нет. Кто-то может задаться вопросом, как я могу узнать, здоровое у меня сердце или нет, по признакам. Существуют признаки здорового сердца, признаки верующего сердца. Первый признак такого сердца – это то, что оно связано с невидимым, скрытым. Оно связано с невидимым миром. К примеру, если я скажу тебе «здесь рай», когда я говорю «рай», какое воздействие это слово производит или какое значение оно имеет для ваших сердец? Спросите любого мусульманина в мире, брат или сестра, «ты веришь в рай?» Заинтересованы ли вы в том, чтобы войти в рай Аллаха, Свят Он Велик? Они ответят, Аллаху Акбар, Машаллах, конечно да. Но дело здесь не в этом. Вопрос заключается не в этом. Хотим ли мы войти в рай или нет? Вопрос в том, насколько сильно ты хочешь войти в рай. Насколько ты заинтересован в том, чтобы достичь высшего уровня рая? Насколько ты заинтересован в том, чтобы получить довольство Аллаха, Свят Он Велик. Когда ты задаешь кому-либо этот вопрос, тебе отвечают, «Очень, машаллах, я очень сильно хочу попасть в рай». Ты отвечаешь, «Брат, сестра, к сожалению, опять-таки, то, что мы говорим нашими языками, отличается от того, что у нас в сердцах. Когда мне хочется узнать о том, насколько сильно человек заинтересован чем-либо, то я смотрю на признаки. Например, человек хочет получить ученую степень или диплом. Он хочет получить докторскую степень. Он только недавно закончил школу и поступил в университет. У него точная определенная цель. Получить степень доктора наук
в определенной области. Сколько же он должен для этого работать? Сколько усилий и жертв можно будет от него ожидать? Ближайшие 4 или 5 лет учеба в университете, затем 2 года магистратура, затем, может быть, 3 или 4 года учиться на доктора наук. На протяжении 11 или 12 лет своей жизни этот человек будет учиться. Этот человек будет изучать науку, сдавать экзамены, читать книги, может быть, проводить исследования, писать статьи. Почему? Потому что он хочет получить докторскую степень. А это непросто. Здесь много людей, да и вообще во всем мире много людей, которые хотели бы получить докторскую степень. Спросите любого, не отказался ли бы ты от докторской степени? Он бы ответил: «Аллаху Акбар, это прекрасно». Представьте, что перед вашим именем будут писать слово «доктор наук», «Аллаху Акбар». Но он этого не хочет. Потому что для этого нужно было бы учиться 12 лет. Он скажет: «Я бы хотел получить эту степень, но я не хочу этого до такой степени, чтобы потратить на это 12 лет своей жизни. Я хочу жениться, хочу начать свою жизнь». Итак, дело совсем не в том, насколько сильно ты хочешь попасть в рай, но более важно то, какой план ты имеешь. Что ты делаешь для этого? Чем ты жертвуешь для того, чтобы попасть в рай? Именно поэтому мы называем путь в рай, путь к Аллаху, путем муджахада, путь усилий и жертв. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Рай окружен вещами, которые ненавистны нафсу». Мы не любим делать усилий. Ты хочешь попасть в рай? Тогда тебе придется приложить усилия. Ад же, напротив, окружен страстями. Тот, кто следует своим страстям, спит, когда захочет, просыпается, когда захочет, ест и пьет, что захочет, имеет отношения, с кем захочет. Он никак не ограничивает свои страсти. Когда бы его нафс не попросил его что-либо, он сразу же это делает. И каким будет конец такого человека? В конце его ожидает адский огонь. Другой же человек, он контролирует свои желания. Он ограничивает их в рамках религии, который установил Аллах Святон и Велик. Этот человек войдет в рай. Рай Аллаха Святон и Велик. Аллах Святон и Велик говорит в Коране. Что же касается тех, кто приступал к границе дозволенного и предпочел мирскую жизнь, то поистине его пристанищем будет адский огонь. Но тот, кто боится своего Господа и он удерживал свой нафс от следования своим желаниям, то поистине его пристанищем будет рай. Мы хотим этого. Разве кто-нибудь здесь хочет чего-либо другого? Все очень ясно. Мы хотим попасть в рай. Мы хотим высших уровней в раю. Любой, у кого есть мозги, должен размышлять подобным образом. Мы хотим достичь высших уровней рая. В наши дни у нас есть проблема, мои братья. Некоторые наши мусульмане из-за привязанности к этому миру и отсутствия интереса к ахирату просто говорят: «Все, чего я хочу, это просто попасть в рай. Я просто хочу ступить туда ногой. Я не хочу высших уровней или что-либо в этом роде. Просто хочу попасть в рай». Эти высказывания на словах звучат очень даже мило и скромно. Вот этот парень, машаллах, он не высокомерный, он не хвастается. Он просто хочет попасть в рай. Он просто хочет туда попасть. Аллах Святой и Велик говорит: «Тот, кто отдалился от ада и вошел в рай, то поистине он из числа преуспевших». Но это не тот смысл, который должен быть в наших сердцах. В этом мире мы не принимаем того, чтобы быть на низших уровнях. Все в этом мире любят статус. Люди делают все ради достижения высокого статуса. Люди платят $1000 за статус, известность, имя и положение. Мы не хотим быть на низком уровне в этом мире. Мы хотим высокого статуса. И это только на протяжении 60 или 70 лет, которые вообще являются незначительными. Но для рая мы не хотим так трудиться. Мы не стремимся так для того, чтобы оказаться на высших уровнях рая. Значит, с нашими сердцами не все в порядке. Вот почему Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас: когда ты просишь у Аллаха, то проси что? Фирдаус.
высший уровень в раю. Мы не говорим: «О Аллах, я прошу тебя, дай мне попасть в рай». Нет, нет. Когда мы просим, мы нацеливаемся на Аль-Фирдаусуль-Аля. Мы просим и нацеливаемся на высший уровень рая. Мы не нацеливаемся на иной уровень в раю. Почему? Чему здесь нас учит пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Здесь, в собрании, машаллах, очень много студентов. Когда вы изучаете какой-либо предмет, а затем сдаете экзамен, вы нацелены на высший балл. Ваша цель – лучшие оценки. Иногда вы получаете 5 с минусом, четверку. Ну, если уж вы совсем провалили, то четверку с минусом или троечку. Но если ваша цель – тройка, то что произойдет? Вы провалитесь. Вы получите двойку. Это очень распространенное правило. Если ты настроен на тройку, то ты провалишь экзамен. Но если ты направлен на 5, если ты хороший студент, то ты получишь 5. Если не получишь, то хотя бы четверку или 4 с минусом, сдашь хорошо. Точно так же и здесь. Когда мы хотим попасть в рай, то стремиться нужно в высший уровень рая, чтобы быть уверенным в том, что ты вообще попадешь в рай. Но если ты стремишься к тому, чтобы просто попасть туда, то ты можешь быть, а можешь не быть. И пусть Аллах убережет нас от плохих последствий. Именно поэтому, мои братья, нужно научиться любить этот рай. Мы должны учить наши сердца для того, чтобы они были здоровыми. Учить тому, как быть заинтересованными в этом, днями и ночами. Твоя цель ясна, ты сосредоточен. Ничто тебя не отвлекает от этой цели. У меня четкая цель в жизни. Я хочу довольства Аллаха, и я хочу прожить эти 60 или 70 коротких лет и сразу же попасть в рай Аллаха, Святон и Велик. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были именно такими. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хорошо обучал их. Они были сосредоточены. Их цели были ясными, четкими. Сегодня же наши цели неясные, непостоянные. Один день дунья, другой день религия. Мы не сосредоточены. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, наоборот, были сосредоточенными и имели ясные цели. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, учил их и сделал так, чтобы они полюбили рай. Когда он, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал о рае, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, замирали. Их сердца были готовы вырваться наружу от имана и веры в слова Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Достаточно того, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, передал от Аллаха, Святого Велик, следующее. Этот хадис, мои братья, когда мы описываем рай, когда мы говорим о рае, я всегда говорю, что этот хадис объединяет в себе весь разговор на эту тему. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе Кудси, что Аллах, Святой Велик, сказал: «Я приготовил для моих богобоязненных рабов то, что не видел ни один глаз, то, о чем не слышало ни одно ухо, и то, о чем даже не помышлял ни один разум». Мысль о рае и о том, что происходит в раю, никогда не приходила в людские умы. Аллах Святой Велик, Аль-Азим, Аль-Карим, Аль-Малик, Святой Велик, Создатель, Тот, Кто сотворил нас, придал нам форму, соразмерил нас, Тот, Кто вложил желание в тебя, теперь решил удовлетворить тебя. Решил дать волю твоим желаниям, чтобы утолить эту жажду. Аллаху Акбар. Этого не объяснить словами. Именно в такие моменты язык теряет свою силу, чтобы описать все это. Аллах хочет удовлетворить тебя. Поэтому это все за пределами нашего понимания. Знаете, иногда, когда мы играем с детьми, мы спрашиваем у них: «Если бы ты попал в рай, если бы ты попал в рай, что бы ты попросил у Аллаха?» И маленький ребенок, он очень ограничен в фантазиях. У меня, машаллах, 6 детей. Иногда я сижу со своим младшим сыном, и он очень шустрый, очень милый мальчик. К тому же, еще и забавный. Итак, я сижу с ним и спрашиваю: «Мухаммад, если бы ты попал в рай, что бы ты попросил у Аллаха?» И он после внимательного размышления отвечает: «Я попрошу у него большую машину». Он всего лишь маленький ребенок. И самая большая мечта в его жизни – это иметь большую машину, которую он бы мог водить. Иногда он говорит: «Как бы я хотел иметь меч или игрушку, какую-нибудь игру». И мы, взрослые, смеемся над ним, говоря: «Посмотри на этого малыша». Клянусь Аллахом, мы такие же дети, точно такие же. Потому что о чем бы ты ни мечтал в раю, о чем бы ты ни говорил,
В раю я хотел бы иметь собственный дворец, гури, хотел бы то, хотел бы это. Клянусь Аллахом, все эти мысли смешные. Они вызывают смех. Ученые, братья мои, предлагают описать то, что ты никогда раньше не видел. Мои братья, говорят, что кому-либо описать то, что ты никогда не видел раньше в жизни. Давайте, например, возьмем какой-нибудь фрукт. У меня есть с собой фрукт, я его спрятал. Никто из вас никогда в жизни его не видел. И я хочу описать его вам. Каков он на вкус? Что я подразумеваю под этим? Представьте себе фрукт, и, к примеру, никто из вас раньше не пробовал манго. Вы никогда в жизни его не видели и не пробовали. Сможете ли вы для меня описать вкус манго? Все, что вы можете ответить, это... Ну, на вкус он похож на смесь этого фрукта и другого фрукта. То есть похож на то, что вы пробовали раньше. Я стараюсь дать вам пример, что-то похожее. Для того, чтобы вы смогли понять и поразмышлять. А что вы скажете, если этот фрукт не имеет никаких аналогов? Если нет ничего похожего на него? Ты никогда не видел ничего подобного? Никогда не пробовал ничего подобного? Тебе скажут, смотри, вот он фрукт. И единственный способ понять, какой он на вкус, это лишь взять и попробовать его. Точно так же, мои братья, в этом мире нет ничего подобного тому, что Аллах, Свят Он Велик, приготовил для верующих в раю. Именно поэтому здесь дело в доверии. Верующий смотрит на небеса и на то, как удивительно устроены детали этой вселенной, как прекрасна и огромна эта вселенная. Он видит это и видит мощь Аллаха, его могущество и силу. В результате у человека появляется убежденность, что то, что приготовил Аллах, Свят Он Велик, для верующих в раю, не может быть чем-то обычным. У сподвижников, да будет доволен ими Аллах, был этот иман. Именно поэтому, из-за этого имана их сердца и стали здоровыми. И они работали ради достижения рая. Теперь пробуждение для молитвы тахаджуд может стать легким, потому что это цена тому, что человек действительно хочет. Представьте того, кто сильно в кого-то влюблен. Здесь, машалла, очень много молодых людей. Представьте, что я влюблен в девушку. Я просто умираю. Я сделаю все, чтобы жениться на ней. Я очень и очень сильно влюбился. Люди начинают думать о том, как же я докажу эту любовь. Они начинают думать о жертвах, которые я готов принести для того, чтобы это доказать. Потому что юноша, он очень сильно любит ее. Он будет делать все, что угодно, чтобы порадовать ее. Почему Ромео стал таким известным? Ромео был известным из-за того, что он глупый человек. Он убил себя ради любви. Он покончил собственной жизнью, и, возможно, он сейчас горит в аду из-за девушки. А она убила себя из-за того, что Ромео совершил самоубийство. И это стало популярной любовной историей. Потому что они настолько любили друг друга, что пожертвовали своими жизнями. Огромное пожертвование. Он отдал ей свою жизнь. Это признак того, как сильно он ее любил. Есть арабский вариант. Кайс Лейля. Поэт, которого звали Кайс. Он все время ходил вокруг да около, раздумывая в пустыне, сочиняя стихи, днями и ночами. Для Лейлы. Для его любимой Лейлы. Лейла, Лейла. Он вставал по утрам, повторяя ее имя. А по ночам то же самое. Лейла, Лейла. Он постоянно ходил к ее дому, сидел снаружи и целовал стены ее дома. Потому что он был влюблен. Он говорил в своих стихах. Такой является любовь, которая пронзила мое сердце. И я люблю эти стены, потому что Лейла находится за ними. И он целовал снаружи стены, будучи без ума от любви. Мы говорим, что мы любим рай. Но что мы делаем, чтобы доказать, что мы действительно его любим? Сколько ты жертвуешь? Сколько усилий ты прикладываешь для того, чтобы попасть в этот рай? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сделал правило ясным. Пожалуйста, послушайте внимательно этот хадис. Ночное время, ранняя ночь. Арабы не жили так, как мы, у них не было электричества.
Они могли определить время только по темноте, которая появляется на горизонте, по темноте в небе. И они делили ночь на несколько частей. И ад-дульджа — это ранняя часть ночи. Сахабы, да будет доволен ими Аллах, в Саудии, где очень и очень жарко, в районе Хиджаза. И поэтому, если кто-то хотел путешествовать, то было бы неразумно выйти утром под палящим солнцем. Они всегда путешествовали ночью. Если кто-либо хотел устроить перевал, то они останавливались в каком-нибудь месте, что-то наподобие безопасной местности. И так любой, кто хотел достигнуть эту местность, тот, кто хотел достигнуть перевалочного пункта до того, как зайдет солнце, должен был начать свое путешествие ночью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел нам это в качестве примера, чтобы мы поняли. Если ты беспокоишься о том, что не достигнешь безопасного места и перевалочного пункта, то начни свое путешествие ночью. Ты не должен ждать и откладывать, а как мы проснемся, как мы поедем в такое время, а потом просыпаться до восхода солнца. Тот, кто начинает свое путешествие раньше, тот достигнет безопасного места. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, резко переключился на другую тему, чтобы мы поняли. Поистине товар Аллаха дорог. Поистине товаром Аллаха является рай. Он дорог. Если ты хочешь рай, то тебе нужно начать раньше. Ты должен трудиться изо всех сил, не лениться, не откладывать, как мы откладываем эту религию каждый день в нашей жизни. Ты должен начать раньше и должен работать на протяжении долгого времени. Если хочешь достигнуть высшего уровня рая, то ты должен трудиться, ты должен жертвовать. Это покажет, насколько ты хочешь в рай. Послушайте удивительную историю об одном из великих сподвижников, упомянутых в сире пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это достоверный хадис. Слышали ли вы раньше о людях под названием Ахлюс-Суффа? Ахлюс-Суффа – это были бедные переселенцы. Люди, которые переселились в Медину к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но у них не было ничего в этом мире. Когда мы говорим «ничего», это значит ни дома, ни семьи, ни жены, ни даже одежды, ни еды, ничего. Некоторые из них во время намаза прикрывали части аврата, потому что они обнажались. Они стягивали одежду вместе, чтобы прикрывать обнажившийся в намазе аврат. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, был одним из самых известных людей Ахлюс-Суффа. Они даже падали во время намаза. Люди думали, что у них эпилепсия, но на самом деле это была слабость из-за голода. Они теряли сознание от голода, да будет доволен ими Аллах. Итак, это были очень бедные люди, которые привязывали камни к своим животам, так как у них было очень мало средств к существованию. И однажды, один мужчина из числа этих людей, пожалуйста, запомните его имя, выучите наизусть его имя, да будет доволен им Аллах. Его звали Рабиа ибн Каб аль-Аслями, да будет доволен им Аллах. Этот человек был одним из Ахлюс-Суффа, а всего их было где-то 70. 70 человек, у которых ничего не было из этого мира. И однажды он обслуживал пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И подготовил воду для совершения малого омовения. И после того, как Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, использовал эту воду, сделал омовение, он посмотрел на него и сказал: «Проси все, что пожелаешь, о Рабиа. А сейчас я прошу вас, ради Аллаха, постарайтесь вникнуть в этот хадис. Я хочу, чтобы вы поняли глубокий смысл этой истории. Не так, чтобы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я хочу, чтобы вы поняли всю глубину смысла этой ситуации. У этого человека ничего нет в этом мире. Мои братья и сестры». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивает его: «Валлахи, каждый раз, когда я читаю этот хадис, я уверен, что даже Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда спрашивал Рабиа, намекал на просьбу о чем-то мирском. Ведь у этого человека ничего нет». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будучи довольным им, говорит. Как будто бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Чем я могу тебе помочь, о Рабиа? Чем я могу тебе помочь?» А ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был правителем Медины. Если бы он приказал его женить, то так бы и сделали. Если бы приказал построить для него дом, то построили бы. Если бы приказал купить ему хорошую одежду, то купили бы. Если бы кому-нибудь приказал одолжить ему деньги, чтобы он начал свой бизнес, то так и поступили бы.
Итак, Раби, да будет доволен им Аллах, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Проси». Вслушайтесь в слова, пожалуйста. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Он сказал: «О посланник Аллаха, я хочу быть с тобой в раю». Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Этот человек не просто нацелился на рай, а на высший уровень рая. Он хочет быть с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, в раю. Посмотрите на цель. Посмотрите, как она ясна. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Итак, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был озадачен. А затем он снова спросил его. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, я вас уверяю, я просто уверен, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивал его о мирском. Он спросил: «Что-нибудь еще?» Он имел в виду: «Проси». Так как я знаю, что тебе приходится тяжело, проси же. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит тебе: «Проси меня». Кто-либо другой на его месте сказал бы: «О, посланник Аллаха, ты знаешь, было бы неплохо жениться. И если бы я смог построить дом или начать свой бизнес». Но Рабия отвечает: «Это все, чего я хочу, о посланник Аллаха. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Больше ничего. Он больше ничего не хочет. И он не врет посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он говорит правду, которая исходит из его сердца. Сердце этого человека было чистым. Он был искренен. Он не хотел ничего из этого мира. Он просто хотел быть вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в раю. Вот и все. Это моя единственная цель. Это единственное, чего я хочу. Итак, послушайте слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После того, когда Рабия настоял на своем, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, понял, что его цель была чиста и ясна. Он, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: «Ну ладно, хорошо, я сделаю за тебя дуа». Это как, знаете, иногда вы идете к какому-нибудь шейху и говорите: «О, шейх, у меня случилось то-то и то-то». И он такой: «Хорошо, хорошо, иншаллах, я сделаю за тебя дуа». Хотя если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал свои руки, то его дуа принималась сразу же. Пророк Аллаха, но он, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что для того, чтобы достичь этого положения, а именно, чтобы быть с ним, да благословит его Аллах и приветствует, в раю, не требуется огромных жертв. Что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, Рабия». «О, Рабия, если ты хочешь быть со мной в раю, то помоги мне усмирить твой нафс». Усмирить нафс, который желает роскоши, отдыха и комфорта, который не любит жертвовать, не любит отдавать. Помоги мне усмирить твой нафс совершением множества земных поклонов Аллаху Святу на Велик. Именно поэтому, мои братья, ученые говорят, что признак того человека, кто хочет попасть в Фирдаус Аль-А'ля, это выстаивание ночных намазов, тахаджуд. Они не спят, в то время как другие ложатся спать. Когда все идут к своим возлюбленным, свет погашен, двери закрыты, все пребывают в комфорте, насыщая свои желания и страсти. Люди, выстаивающие молитву, мои братья, они солдаты. Они умоляют Аллаха в это время о высших степенях. Когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал тахаджуд, это не было похоже на то, что сейчас происходит в Рамадан, когда имам читает один джуз, одну часть Корана. Люди сразу начинают: «У, мои ноги болят, моя спина убивает меня. Этот имам что думает, что он харами? Попросите его расслабиться. Он уже прочитал один джуз, два джуза, 20 ракатов. Это очень долго, мы не можем осилить». Однажды Абдулла ибн Мас'уд, а вы знаете, кто такой Абдулла ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах? Абдулла ибн Мас'уд был великим. Он не был обычным человеком, да будет доволен им Аллах. Он был шестым, кто принял ислам. И пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сам засвидетельствовал о том, что его голени тяжелее, чем гора Ухуд.
Однажды он взбирался на дерево, хотел сорвать с него что-то для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники увидели его голени. Он не был большим парнем, не пропадал в спортзале, тратя много времени, чтобы быть качком. Этот человек, да будет доволен им Аллах, был очень-очень и очень простым, с очень простыми чертами, да будет доволен им Аллах. Его тело было очень худым, он был маленького роста. Но когда он залез на дерево, сахабы, да будет доволен ими Аллах, увидели его голени из-под его изара и начали хихикать. До того они были худощавыми. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разозлился. Он спросил: «Вы что, смеетесь над его голенями?» «Клянусь Аллахом, голени этого человека тяжелее, чем гора Ухуд». Исправлял наши сложившиеся представления. В данном случае это касается внешности человека. Неважно, насколько ты большой, но важно то положение, которое ты занимаешь перед Аллахом. Кто ты перед Аллахом? Этот мужчина был маленьким, но его голени были тяжелее горы Ухуд перед Аллахом, свят он и велик. И предстанут перед Аллахом люди в судный день с большими и крепкими телами, но они не будут ничего значить перед Аллахом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек с большим и крепким телом предстанет в судный день, но по положению перед Аллахом он будет весить легче комариного крыла. Он будет просто никем в судный день. И предстанут другие люди, как Ибн Мас'уд. Они будут равны горам имана». Итак, Абдулла ибн Мас'уд был большим ученым. Он выучил наизусть 70 сур из Корана. 70 сур из 114, он выучил их прямо из уст самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Великий ученый религии, да будет доволен им Аллах. Он рассказывает в хадисе: «Однажды я молился позади пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он увидел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, молится ночью и решил присоединиться. Он выстаивал молитву настолько долго, продолжает Ибн Мас'уд, до тех пор, пока я не замыслил нечто плохое. Что же ты задумал, о Ибн Мас'уд? Я подумал о том, чтобы оставить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прервать молитву и сесть. Ибн Мас'уд не смог продолжить молитву с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И Хузейфа, да будет доволен им Аллах, также рассказывал. Хузейфа ибн Аль-Яман, великий сподвижник, однажды я молился за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дополнительный намаз. Тахаджуд. И он, да благословит его Аллах и приветствует, начал читать суру Бакара. А сура Бакара, как вы знаете, очень длинная. Я подумал, что он прочитает 100 аятов, а затем сделает поясной поклон. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил читать. Ну, если он действительно хочет удлинить намаз, то он прочитает суру Бакара в одном ракаате. После нее он уже точно, наверное, сделает поясной поклон. Но он продолжил. Он начал читать суру Ан-Ниса. Это было еще до того, как Коран был установлен по порядку. И это тоже очень длинная сура. И Хузейфа говорит: «Я подумал, что он завершит чтение суры Ан-Ниса, а потом сделает поясной поклон». Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил. Он начал читать суру Аль-Имран, Бакара, Ан-Ниса, Аль-Имран. 6 джузов Корана. Он читал их медленно. Он не читал их, как, знаете, иногда это делает супербыстро заряженный имам. «О, прекрасно, машаллах, в этот Рамадан я нашел самого лучшего имама в мире. Через 20 минут ты уже сидишь на своем диванчике и продолжаешь ифтар, альхамдулилля. Очень и очень быстро, прекрасная мечеть. Имам там, машаллах, очень и очень быстрый». Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наслаждался молитвой. Если он встречал аят, в котором было восхваление Аллаха, он останавливался и начинал восхвалять Аллаха, делал тасбих. Если он встречал аят, в котором была просьба о защите у Аллаха, он начинал делать дуа Аллаху для защиты. Если он встречал аят, в котором была дуа, он делал дуа. Читая медленно, 6 джузов Корана. И только затем он опустился в поясной поклон. Удивительный хадис. Он оставался в таком положении столько же времени, сколько он стоял, читая суры. Если же в наши дни имам стоит в поясном поклоне больше, чем минуту, что происходит с молящимися?
Его сразу же атакуют со словами: «Ты забыл, где мы находимся? Это не проявление милосердия. Сжалься над нами». Люди не выдерживают этого. Хотя мы можем смотреть футбол 3 часа напролет с легкостью. Кто-то может смотреть голливудский фильм 3 или 4 часа с улыбкой на лице, даже несмотря на то, что он смотрел этот фильм уже 10 раз. Зато мы говорим: «Я верующий, машаллах, у меня чистое сердце. Помолись-ка больше 5 минут». И он сразу начнет кипеть, чувствовать дискомфорт. Ты не привык к этому, ты не наслаждаешься молитвой. Это и есть признак больного сердца. Чистое сердце наслаждается молитвой. Люди с такими сердцами наслаждаются, выстаивая намаз перед Аллахом, свят он и велик. И поэтому, из-за того, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что рай требует усилий, он трудился изо всех сил. Он шел ради этого на жертвы. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, имели полную веру и убежденность в рае до такой степени, что они отдавали за него свои жизни. Великий сподвижник по имени Анас ибн Ан-Надр, да будет доволен им Аллах, дядя Анаса, вы знаете Анаса ибн Малика, слуги посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Так вот, это был его дядя. Анас ибн Ан-Надр, да будет доволен им Аллах. Анас ибн Ан-Надр не принимал участия в битве при Бадре. И битва при Бадре не была преднамеренной, они просто собирались напасть на караван Абу Суфьяна. Мусульман было где-то около 313 человек. Неподготовленная армия, кто-то был с кухонным ножом, у кого-то камень в руках, палки и так далее. Нечто забавное, но так получилось, что это столкновение превратилось в битву. Поэтому многие сподвижники не участвовали в битве при Бадре. И, субханаллах, когда он пропустил эту битву, что он сказал после этой битвы? Анас ибн Ан-Надр понял, что пропустил большую битву, которую посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, провел с врагами религии. И он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если Аллах, Свят Он и Велик, позволит мне принять участие в следующей битве вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, то Аллах, Свят Он и Велик, увидит, что я сделаю». Он не делает пустых заявлений, как это делаем мы. Он искренен. Итак, пришло время битвы при горе Ухуд. И мусульмане в целом побеждали в битве. А затем случилась проблема со сподвижниками, которые ослушались посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и все начали бежать. И теперь все мусульмане начали бежать с поля боя. И их начали атаковать сзади, с заднего фронта. Одни сахабы убежали, другие остались. И что же сделал этот человек? Его друзья убегают с поля боя. И он видел, как враги ислама предстали перед ним. И он поднял свою голову к Аллаху, Свят Он и Велик, со словами: «О Аллах, я свободен от того, что делают эти враги ислама. Я прошу у тебя прощения за сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, за то, что они убежали с поля боя». Затем он прыгнул на свою лошадь и устремился на явную смерть. Прямо в лагерь многобожников. И по пути он увидел Саада ибн Муаза. Да будет доволен им Аллах. Саад ибн Муаз, чтобы вы знали, не был обычным человеком. Он не был человеком со слабым иманом. Саад, да будет доволен им Аллах, был в исламе 7 лет. И он был лидером племени Аус, да будет доволен им Аллах. И в достоверном хадисе передается, что когда умер Саад ибн Муаз, трон Аллаха содрогнулся. Он провел в исламе всего лишь 7 лет, да будет доволен им Аллах. Но когда он умер, сотрясся трон Аллаха. После битвы Хандак. Итак, Саад, да будет доволен им Аллах, стоял там в недоумении. Анас ибн Ан-Надр, да будет доволен им Аллах, без какого-либо колебания, с полной уверенностью и убежденностью, для него было счастье пожертвовать собой ради Аллаха. Он ехал верхом на лошади. И когда увидел Саада, то прокричал ему: «О Саад, рай! Я чувствую запах рая у горы Ухуд». И он нисколько не преувеличивал, он на самом деле мог чувствовать запах рая. Саад продолжает эту историю. Эти люди, клянусь Аллахом, у них был иман. У них был иман, мои братья, подобный горам. И Саад, да будет доволен им Аллах, был верующим. А верующий знает, что он должен делать. И он увидел, как Анас, да будет доволен им Аллах, сделал это. Но он сказал честно: «Когда мы вернулись обратно к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после битвы я сказал: «О пророк Аллаха, я не смог сделать то, что сделал Анас». Они были полны искренности.
Они не врали своим сердцам. И он сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что он не смог сделать того же, что и Анас. Анас сражался до тех пор, пока после битвы мы не нашли его тело с 70 с чем-то ранениями от меча, копья, стрел, более чем 70 ранений. Враги ислама изуродовали его тело и начали разделять его на части. В итоге никто не смог распознать его, кроме его сестры, которая узнала его по отметине на пальцах. И этот человек хотел рай, точно так же, как и мы. Он хотел достигнуть высшего уровня в раю, но его желание было не таким, как наше. То, насколько мы хотим попасть в рай, нельзя сравнивать с тем, насколько он хотел в рай. Мы просто говорим, что мы хотим в рай. Мы хотим в рай. Мы просто умираем от того, насколько мы хотим в рай. Тогда просыпайся и читай тахаджуд. Один час. Люди начнут говорить, но сейчас ведь лето. Ты вообще знаешь, во сколько утренний намаз? 3:15 или в 3:10? Если я хочу поспать после Иша, то я буду спать всего 2 часа. Да ни за что. Я, конечно, люблю рай и все такое, но я хочу какой-нибудь легкий путь. А нет ничего полегче? Найдите мне короткий путь к раю, я хочу пропустить этот долгий путь в рай. Мои братья, в рай ведет только один путь. И он называется Сираталь Мустаким. Вы знаете, что установления Аллаха не меняются. Хочешь в рай? Нужно жертвовать. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, хотели в рай. И они понимали, что там есть различные степени. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил, что в раю тоже есть степени. Там тоже есть статусы между каждой степенью, расстояние в 100 лет. Или в некоторых версиях говорится, что это расстояние равно расстоянию земли и небес. Что говорит Аллах? Ширина рая не длина, ширина рая равна земле и небесам. И когда мы смотрим на Вселенную, мы говорим, вау! Мы даже не знаем, насколько она огромна. Это Вселенная, и она все еще растет. Самая близкая звезда к нашей планете, если я не ошибаюсь, она находится на расстоянии 4,1 световых лет. То есть со скоростью света, равной 4,1 световых лет, ты достигнешь следующую звезду. И это всего лишь одна звезда среди миллиардов таких звезд в нашей галактике. И наша галактика – одна из миллиардов других галактик во Вселенной. И все это только лишь первая дунья. Только лишь первая дунья, первое небо, которое по сравнению со вторым, как кольцо в пустыне. Абсолютно громаднейшая Вселенная. И Аллах говорит, из этого становится ясно, что рай огромный. Он за пределами нашего понимания и представления. Если я, к примеру, скажу, что 1000 километров, вы сразу скажете, вау, вот я летел из Австралии 14,5 часов на самолете. 14 тысяч километров. Огромная дистанция. Но если я начну говорить о миллионах километров, 2 миллиона или миллиард, халас, это уже выходит за рамки нашего представления и понимания. Ширина рая равна небесам и земле, и в нем, ко всему прочему, есть степени. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, простолюдины в раю, да, в раю будут такие люди. Они будут видеть тех людей, которые выше их степенями, возлежащими в своих покоях. В раю есть место, степень, которая называется Ахлюль-Гураф. Это как, к примеру, в отеле есть самое высокое место на последнем этаже. Это самое элитное, и не помню, как оно называется. А, точно, фешенебельная квартира на крыше небоскреба. Они будут видеть людей высших степеней точно так же, как они будут видеть звезду на горизонте. И так ты будешь сидеть там и спросишь, что это за звезда там?
«А, я слышал, что такой-то и такой-то достиг этой степени». Они будут видеть Ахлюль-Гураф точно так же, как вы видите звезду на горизонте, с запада или с востока. Когда сподвижники услышали это, они не реагировали так, как мы. Их сердца готовы были выпрыгнуть. Они умирали от того, насколько им хотелось узнать о них. Они не могли сдержать своих эмоций при услышанном. «О посланник Аллаха, эти палаты созданы для пророков?» «То есть это то, чего нам никогда не достичь?» Он ответил: «Для людей, уверовавших в Аллаха и во всех пророков». И когда ты услышал эти слова, то к чему твое сердце начинает побуждать тебя? Сколько жертв ты готов принести Аллаху Святу на Велик, чтобы достичь этих степеней? Это и есть признак имана, это и есть признак здорового сердца. Если вдруг передо мной проходит харам, и я не могу опустить свой взор, это говорит о том, насколько дешевым для моего сердца является рай. Я жертвую раем ради ничтожного желания в этом мире. Ему говорят: «Это харам, не смотри, не слушай, не впадай в этот грех». Но нет, я оставлю религию, оставлю приказ Аллаха, оставлю сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, всего лишь ради этой жалкой ничтожной дуньи. За какую-то ничтожную вещь я променял рай. Именно поэтому Аллах Святу на Велик говорит в Коране: «Некоторые люди покупают эту мирскую жизнь, они покупают эту жизнь и продают ахира. Они продают нечто дорогое, стоящее, за что-то ничтожное и ничего не значащее. Он ничем не желает жертвовать в этом мире. Он хочет долго спать по ночам, хочет следовать за своими страстями. И при всем этом он еще хочет попасть в высшую степень рая. Это просто невозможно. Ты хочешь высшую степень в раю? Тогда ты должен жертвовать ради этого. Нужно прилагать много усилий. Сахабы, да будет доволен ими Аллах, жертвовали и дават, и трудности при давате. И жертвы ради религии. Все это ради довольства Аллаха Святу на Велик. Они постились в жаркие дни и поклонялись, и поминали Аллаха, молитвы в мечети, опускали свои взоры, избегали запретного, проявляли терпение и стойкость в религии. Они, да будет доволен имя Аллах, возвысились. Они возвысились благодаря стараниям, которые они делали ради достижения рая. Они не хотели продавать рай ни за что на этом свете. Но мы не ценим рай. Мы готовы забыть о рае ради роскоши этого мира. Именно поэтому наша религия как коктейль. Один день иман, сильный, в другой день слабый. Один день я мотивирован, в другой день: «Ох, мне надоело. Я очень устал, я очень ленив». Мусульманин должен быть сосредоточен. В народе говорят: «Если не будешь планировать, то проиграешь». Допустим, вы босс в какой-нибудь компании, и к вам приходят и спрашивают: какой стратегический план вы придумали для своей компании? И ты отвечаешь: стратегический что? Я не знаю, мы просто покупаем и продаем. Просто работаем. В таком случае вы никогда не преуспеете. У владельцев больших компаний есть план, маркетинговый план на ближайшие 20 или 30 лет. Они сосредоточены. Они сидят и прорабатывают свой план, и стремятся к цели. И каждый мусульманин должен применять эти принципы. «Я хочу быть в раю вместе с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует». Что это требует? Могу ли я быть ленивым? Могу ли я долго спать? Могу ли я пропускать тахаджуд? Могу ли я не молиться в мечети? Не принимать участие в призыве? Могу ли я оставить сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Если это твоя цель, то все встанет на свои места. Но когда вы не стараетесь, не заинтересованы в этом, и вам все равно, именно тогда соблюдать предписания религии становится тяжело. Вы просто помечаете галочкой сделанные дела и ничего больше. Мы приходим на намаз для чего? Не потому что я наслаждаюсь молитвой, из-за того, что мое сердце чистое, я разговариваю с Аллахом, а Он говорит со мной, а только ради галочки. Альхамдулилля, Айша прочитал. Уже прям не могу дождаться, когда имам скажет «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», чтобы вернуться обратно к моей дуньи. Даже если молюсь, то мое сердце отсутствует. Даже если я читаю Коран, я просто помечаю все эти дела галочками. Сделано, сделано, сделано. Помечать галочками – это не годится для религии. Для религии необходимо сердце. Нам нужна чистота и ясность. И поэтому нам нужно сосредоточиться, мои братья. Нам нужно заставлять наши желания, наши сердца любить рай. И стараться для него. И трудиться изо всех сил. Каждый день. Вы когда-нибудь видели, как тренируется боксер? Вы смотрели фильм «Рокки»? Там говорится: хочешь стать чемпионом?
Ты должен пройти через трудности и жертвы. Чтобы достичь своей цели, ты просыпаешься утром, вспоминаешь о своей цели и начинаешь бегать, чтобы поддерживать форму. Так же и здесь. Ты хочешь достигнуть рая? Ты должен следовать путем сахабов, да будет доволен ими Аллах. Их путь, жертвы и самоотдача. Они жертвовали, чем только могли. Вы слышали о Сухейбе ар-Руми, да будет доволен им Аллах. Он переселился из Мекки в Медину. Он прибыл в Мекку как раб, римский раб. И работал до тех пор, пока не стал бизнесменом, маша Аллах, с огромными деньгами. Когда пришла пора переселяться и когда религия вошла в его сердце, то он захотел совершить хиджру к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда враги ислама узнали об этом, то они пустились вслед за ним. Они преследовали его и поймали его где-то на середине пути. И Сухейб сказал: «Остановитесь, вы знаете, что я очень хороший лучник, и я использую все свои стрелы до того, как вы захватите меня. Может быть, вы и захватите меня, и я израсходую все свои стрелы. Если вы хотите, я могу отдать вам все свои деньги, и вы отпустите меня. Отпустите меня к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». И он отдал им все, что имел. Представьте себе, работать 15 или 16 лет в этом мире, начиная вообще с нуля, и после этого отдать все, что у тебя есть, все запасы. Он сказал: «Я скажу вам, где мои деньги. Возьмите их и дайте мне переселиться к пророку, да благословит его Аллах и приветствует». И он пожертвовал всем своим имуществом только ради того, чтобы переселиться к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И когда он прибыл в Медину, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ждал его и сказал ему: «Твоя деловая сделка с Аллахом оказалась успешной, о Абу Яхья». Он пожертвовал нечто очень неважное ради великого. И Аллах Свят Он Велик ниспослал аят в Коране: «Среди людей есть такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха, Свят Он и Велик». И если ты хочешь быть среди таких людей, то нужно работать изо всех сил, больше никаких спячек, никакой лени, никакого отсутствия мотивации. Нам нужно быть сосредоточенными. Если мы хотим рай, если мы хотим высших степеней в раю, то нужно прилагать много усилий. Нам нужно рано начать. Мы не можем откладывать. Это великая задача, ради которой мы должны работать. И мы просим у Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из числа тех, кто практикует то, что слышит. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакум Аллах хайра, баракаллаху фик.